хотел бы сняться в моих вещах? Выбери, что тебе нравится. Это круто! Ты даже сделала отсылки к некоторым акумам. Нет, я сейчас точно ничего не выберу. Мне все очень нравится. Почему бы не довериться выбору дизайнера? Что мне больше всего подошло бы? Маринет? Все зависит от сезона и от твоего настроения. Но я думаю, что на тебе все будет отлично смотреться. Что ж, даже если сейчас не сможем ничего выбрать, то в процессе работы точно определимся. Совсем как Леди Баг и Кот Нуар. Итак, Маринет, что тебя вдохновило сделать эти линии? Когда ты думаешь о наших героях, то сразу думаешь и о цветах, которые с ними ассоциируются, либо о цветах, которыми светятся акумы. Они одновременно важны и очень скоротечны. Вот такие мысли приходят мне в голову первым делом. Потом я начинаю думать о девушке, которая носит одежду с пятнами каждый день и защищает этот город. Или о парне, у которого есть знак в виде зеленой кошачьей лапки. Об их общей борьбе. Все это больше, чем просто линии. Это удивительно, Маринет. У меня тоже есть такие мысли. Забавно, правда? Чтобы создать такую простую вещь, иногда нужно думать о чем-то сложном. Людям нужны такие герои, как Леди Баг, чтобы иногда они думали о подобном. Наверное, это правильно. Кто-то же должен помогать людям. Я как-то прочитала на Леди Блоге Али. Кот Нуар и Леди Баг спасают людей. И тот самый момент, когда акума исчезнет, а человек становится свободным, тогда они понимают, что живут не зря. Вот мы и пришли. Это хорошая точка зрения. А еще Али берет интересное интервью у жертв акум. Натали, это Маринет. Отец хотел посмотреть на ее работы.